Встреча с Горбачевым для меня немца была омрачена событиями прошлого. Прошу позволить мне сразу объясниться. Я немец. А первый немец, которого вы встретили, вероятно, хотел вас убить. Советский Союз находился в упадке. То, что мы делали, оно все-таки направлено на преобразование. Чтобы ускорить... Ближе к народу, мы готовы вас подвести. Ну куда ж ближе? Мне нравится господин Горбачев. Думаю, с ним можно вести дела. Встреча стала огромным прорывом. Мы, американцы, лучше всех знаем, чего стоило бы. Гибели цивилизации. Он правда верил, что коммунизм можно реформировать. Нам ему хлопали и кивали, прекрасно зная, что если вытащить один кирпичик, рухнет вся конструкция. Мы только ждали, когда... Но силы, которые разбудил Горбачев, спровоцировали борьбу за независимость практически во всех уголках советского блока. В истории такого еще никогда не случалось. На глазах у всего мира железный занавес начал подниматься. Однако вечерние австрийские новости не придавали значения этому событию. Надо налить в банку минимум на треть пива. Основной темой выпуска стали слизняки. А почему же вы, когда вот этот процесс шел, я головой, как говорят, об стенку бился? Такие люди, которые не понимают важность продолжения сотрудничества, такие люди не должны места иметь в политике. Мне бы хотелось услышать, что должно быть написано на вашем надгробии. Мы старались.